единой футбольной лиге «Реалити» принимали Рому. Рома в первом туре играла, сыграла в ничью с командой «На спорте», ну а «Реалити» первый тур пропускал, потому что они выиграли МКС. Но теперь они вернулись, они здесь, и эта встреча обещала быть яркой, и забегая вперед, скажем, что она получилась, наверное, даже выше всех ожиданий. Начиналось все с того, что команды пытались продемонстрировать свои сильные стороны, завладеть инициативой, и первый опасный момент оказался за Ромой. Юрчик здорово пробил издали, но Джуси свою команду в великолепном прыжке спас, и Джуси в этой встрече работал, не покладая рук, очень долгое время. Вот здесь еще раз мы видим роскошный повтор, роскошный прыжок Джуси и угловой, которых в первом тайме в исполнении Ромы было много. Улыбается Андрей Сломатин, Рома играет здорово, ну и атаки «Реалити» тоже, конечно же, были. Вот здесь подача, удар головой, и Семен Бобров до мяча не дотягивается, но в этой ситуации мяч перелетает перекладину, и в целом Рома отделалась вот этим первым эпизоде легким испугом. Но дальше «Реалити» поддавливали, момент создавали, вот здесь через правый фланг развивалась атака, раз за разом последовал передачи, и Салим здорово ловит мяч в касание, бьет под дальнюю штангу и забивает первый мяч во втором сезоне для «Реалити». Салим и раньше был хорош, но в этой встрече он был просто великолепен. Здесь ему хватило одного касания для того, чтобы пробить голкипера. Улыбается Арам, улыбается Шамиль Курбанов, новый помощник Арама. Ну а дальше произошел один очень важный эпизод. Белый пошел в дриблинг, Дадыханов правил нарушил, арбитр ВАР посмотрел, и в середине первого тайма Рома осталась в меньшинстве из-за красной карточки центральному защитнику. Но тут как будто Рома взяла и заиграла. Вот мы видим момент, удар, и Джуси свою команду в этом эпизоде спасает. Ама удар наносил, удар под перекладину, Джуси великолепно мяч на угловой перевел. Но этот угловой и стал в этом эпизоде для «Реалити» фатальным. Разбираются здесь футболисты Ромы, находят этот момент для удара. Исаев забивает. Да, была небольшая помарка Джуси, там и Белый не выручил. Но после этого вновь Салим получает мяч. Здесь ему потребовалось не одно, а два касания. Ну и забил он уже не один, а два мяча. Здорово подработал, пробил под штангу. Семен Бобров, мне кажется, в этом эпизоде момент удара не видел. Закрыт он был защитниками, но так или иначе «Реалити» вновь выходит вперед. После этого «Реалити» могли забивать еще. Роскошный момент, дальний удар. Но на этот раз Семен Бобров на помощь приходит перекладина. Он великолепно выпрыгнул, но попади мяч в створ. Ой, не факт, смог ли бы он свою команду выручить. Но удача оказалась на стороне. Вот Ромарой в перерыве здесь продемонстрировал свое отношение к судейству. Ну и судейство дальше выходило все больше и больше на авансцену. Попытка дальнего удара здесь вновь великолепен Семен Бобров. Роскошный удар. Мяч здесь вильнул перед ним, но он этот мяч потащил. Ну и реакция Владимира, помощника Андрея Соломатина. Еще один момент «Реалити» во втором тайме. Вот это вот численное преимущество команд Фила Кострубова, конечно, сказывалось. Вот здесь подача хорошая, но до этого мяча не дотянулся Семен, хотя показалось, тут пальчиками коснулся, но Аделю чуть-чуть росточка не хватило. Ну а затем 11-метровый зарабатывает его «Реалити», Гамма подходит к мячу, и Семен Бобров вновь играет великолепно, и мяч с 11-метровой отметки тащит, спасает свою команду и позволяя ей и дальше продолжать надеяться на то, что эту встречу еще можно спасти. Вот он, самый спорный эпизод этого матча. Получает здесь по ногам футболист Ромы. Идет арбитр смотреть повтор. Красную карточку в этом эпизоде у футболиста «Реалити» он не видит, но дает ему желтую. Дмитрию Адушеву потом посмотрел, посовещался и решил эту красную карточку отменить. И, конечно, реакция Ромароя, ну а какая она могла бы еще быть? Я думаю, что эту встречу на КДК и на конференции будут обсуждать ой как ярко. Рому тоже можно понять. Команда его играла сегодня здорово, ярко. Но в итоге «Реалити» побеждает со счетом 2-1.